Салат – достаточно популярный продукт питания, который распространен практически по всему миру. Выращивать растения очень просто, и это можно сделать на приусадебном участке или же дома в горшке на подоконнике. История салата насчитывает тысячи лет, и изначально его воспринимали как обычный сорняк. Через некоторое время использовали только семена, из которых добывали масло. Листья впервые в пищу попробовали жители Древней Греции и Рима. На сегодняшний день существует большое количество видов салата, которые отличаются по форме, цвету и вкусу. Польза салата заключается в наличии различных веществ, которые необходимы для нормальной жизнедеятельности. В состав растения входит большое количество фолиевой кислоты, которая нужна для нормализации работы кишечника, а также выводит плохой холестерин. В состав салата входит витамин А, витамины группы В. В большом количестве в таких растениях содержится кальций. Есть в нем и магний, который важен для сердца. Сок салата положительно сказывается на состоянии кожи и волос. Кроме этого, он помогает избавиться от бессонницы. В состав салата входит аскорбиновая кислота, которая увеличивает защитные функции организма. Салат используют в кулинарии чаще всего в качестве украшения различных блюд. Еще его можно поддавать термической обработке, к примеру, тушить. Листья можно класть в салаты, рагу и тому подобное. Многие используют листья салата вместо капусты для приготовления голубцов. А вот по поводу противопоказаний, как пишет нам интернет, вред салата может принести только тем людям, у которых обнаружили индивидуальную непереносимость продукта. Я желаю вам будьте здоровы, подписывайтесь на мой канал. И до новых видео. Всем пока!